Мы, в общем, пришли для того, чтобы добиться, чтобы фальсификации все-таки не было. И мы добьемся своего. Но мы в победе уверены, скажем так. Мне не нравится. Я считаю, недостойный быть президентом такой человек. По крайней мере, неграмотный и безграмотный. Я вчера слушал его интервью еще по телевизору. Ну, не знаю, посмотрим. Больно, по крайней мере, это, по-моему, был самый лучший вариант на сегодняшний день. Вы голосовали за Клинтона? Нет, я не голосовала. Вообще.